Обнаруженный при раскопках на улице Капитанская объект оказался 8-й батареей 7-го бастиона. Он был сооружен для обороны Севастополя, чтобы не дать вражеским кораблям войти в артиллерийскую бухту. Об этом журналистам Первого Севастопольского рассказал научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Сергей Ильяшенко. Мы знаем, что где-то его соорудили в начале 19 века, в 810 году, что он был включен в планы всеобороны Севастополя, что он перестраивался много раз, и, в общем-то, он участвовал, по крайней мере, являлся частью структуры, которая существовала уже на момент Крымской войны. Ранее считалось, что значительная часть объекта была уничтожена, говорит Сергей Ильяшенко, но раскопки показали, что она сохранилась и сохранилась хорошо. На месте каменной конструкции приспособления для установки оружия, колодец. Мы знаем, что здесь будет музей посвящен Великой Отечественной войне, но мне кажется, что это совсем не противоречит музею, идее музея, потому что оборона Родины, она всегда во все времена одна. Археологи работают в контакте с историками, краеведами, сотрудниками Херсонесского музея. Сергей Ильяшенко говорит, объект можно восстановить, учесть при сооружении будущего музея, проводить здесь экскурсии.